Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1554. Тема «Грех». Расставляя по полюсам разные нации, вы сказали, что на одном полюсе евреи, на другом цыгане. О евреях говорили не раз, и что у них есть будущее. Хорошее или худое оно, но есть. А если что положительное у цыган, то что и мы могли бы взять себе в назидание от них? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Русская нация как будто вдруг проснулась и кинулась догонять американский образ жизни. Вдруг все женщины и даже старушки и маленькие девочки залезли в брюки. Как кто-то наваждение наслал на нацию, и это все, а это все и было в народе, просто выхода не было. И так как более 80% населения русских, как говорят церковники, ходит в храм, то пусть бы они включили в действие образ одежды от цыган. Я что-то пока не видел цыганок в шортах и в брюках. Вот в этом они более стойкие, и это нам полезно взять у них. Если бы священники были православными в православных храмах, то они бы держались за Библию и за каноны, и на первой же исповеди приходящих могли бы осадить на них скользкой богомерзкой дорожке, на их скользкой богомерзкой дорожке и помочь выскоблить закваску мира из них, расспросить, не носили ли мужскую одежду. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Шестой Вселенский Собор, 62-е правило, определяем. Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную, посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, если суть клирики, повелеваем извергать из священного чина, если же миряне отлучать от общения церковного. Гангский собор, 13-е правило. Если некая жена ради мнимого подвижничества переменит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды облечется в мужскую, да будет под клятвою. То есть вместо юбок и платья женского не носили ли брюки, штаны, рейтузы, шорты, брючные пары и прочее подобное. И таких обрели бы немало, и всех бы их тут же под эпитимию хотя бы на полгода, и это было бы и законно, и спасительно. Но нет всего и быть не может, как священники отлично понимают, что жизнь их зависит напрямую от этих омужичившихся существ с необъемными кормами. И хотя на дверях храмов иногда и пишут, что в брюках заходить в храм нельзя, но что значит не заходить? Они же пришли спасаться и войдут. И если нельзя в храм, то как же весь храм свой, то есть тело твое, одевать в то, что мерзко пред Иеговой? Соборы предают клятве, то есть проклятию, а нашим попам это трын-трава. Они же кроткие, мирный дух в них, и вокруг них тысячи, в кавычках, спасаются ежедневно в мерзости нераскаянной. Даже вот одно это дело они не спроворят никогда во веки веков. Тогда поучитесь у цыган, которые получили от своих баронов наказ не подражать форме одежды иным нациям, и твердо это держат. А здесь повеление от Бога Саваофа и от святых вселенских и поместных соборов, и ноль внимания. Разве нас не касается, что Бог за это будет предавать смерти? Вот как важно хранить наказы и завещания своих отцов, если они не вредят духовному. Иеремия 35, 14, 18, 19. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. А дому Рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит
Господь Саов, Бог Израилев, не отнимется и он от Дава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Жизнь рехавитов в отношении пастбища домов очень похожа на цыганскую.